Убийство в центре города. В ночь на субботу в одном из кафе Волжского района между двумя молодыми людьми произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин достал нож и нанес своему оппоненту смертельный удар в шею. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Все подробности в нашем материале. Друзья и родные прощаются с Валерием Лебедевым. Его жизнь нелепо оборвалась в субботнюю ночь. Тогда двое молодых людей и девушка зашли в кафе на улице Челюскинцев. Здесь и произошел конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неадекватное поведение одного из посетителей, мужчины в белой куртке. Он сначала замахивается на продавца, а потом набрасывается с кулаками на Валерия Лебедева. Конфликт между мужчинами продолжился на улице. В кафе они познакомились и стали совместно распивать спиртные напитки. В ходе распития спиртного между ними произошла словесная перепалка, в результате которой мужчина, 31-летний, взял имеющийся при себе нож и нанес этим ножом один удар в область шеи пострадавшему 24-летнему парню. За помощью Валерий Лебедев прибежал вот в этот ресторан быстрого питания. Мужчина поднялся по ступенькам и упал. Медики на вызов приехали очень быстро, но помочь парню так и не смогли. От полученных травм мужчина скончался на месте. Предполагаемый преступник был задержан сотрудниками полиции практически на месте инцидента. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виновному грозит до 15 лет лишения свободы. Анастасия Куклева, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.